В четверг в Федерации профсоюзов было многолюдно, поводов несколько. 110-летие образования профсоюзов России, 25-летие образования Федерации независимых профсоюзов России и Федерации профсоюзов области. Сегодня Федерация профсоюзов региона объединяет 16 общеотраслевых организаций свыше 1000 так называемых первичек. В них состоят почти 90 тысяч человек. Мы выстояли. И на сегодня являемся основными защитниками прав трудящихся. Именно наша сила, сила, способная на диалог, во многом заставила власти пересмотреть свое отношение к справедливым требованиям профсоюзов, перейти от фактического игнорирования на позиции конструктивного диалога с профсоюзом. Поменялись лидеры, но профсоюз не изменился. Профсоюз всегда стоял и стоит рядом с трудовым человеком. От имени губернатора и председателя правительства членов профсоюзов поздравил Сергей Филатов, глава департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области. Региональное правительство видит в вас надежных партнеров в решении социально-экономических вопросов. Общими усилиями власти и профсоюзов продолжается работа по формированию эффективной системы социальных гарантий трудящихся, дальнейшему развитию системы социального партнерства. Лучшим активистам вручили региональные профсоюзные награды. Завершил собрание праздничный концерт.